Так, технология при строительстве загадочных Алюрат. Экипаж предполагает, что тысячелетия назад строители ворот создали планету Вольтаумар-5 в качестве планетарного медицинского комплекса. В какой-то момент комплекс покинули, а его автоматические газовые репликаторы, работавшие без контроля в течение бесчисленных столетий, постепенно превратили планету в газового гиганта. Да уж. Так, тут что-то они собираются. Так, что-то там у нас соперничество. Да что они там объявляют? Сейчас им конец придет. Так, это у нас что? Гражданские модели. Что мы можем добавить? Так, давай что-нибудь добавим. Может, военное? Так, аграрная идиллия, ареста. Так. Астрометеорология. Вольная гавань. Так, стабильность, доступные послы, максимум доверия. Нам что-то военное, может, надо. Так, использование благ не надо. Металлург, производство в 2%. Король-философ. И что, сразу будет плюс 5, 10 уровень, что ли, будет? Интересно. Надо рассмотреть этот вариант. Культ смерти нам не надо. Мемориалисты. Мусорщики. Головорезы. Так, стабильность. Торговые гильдии, творцы. Хранилище знаний. Эффективная бюрократия. Что-то ничего интересного, надо король-философ брать. Реформа. Так, подожди, не понял. Я думал, уровень навыка у него прибавится, а тут что? Места в совете. Так, ведущий следователь, министр обороны, государственный министр, кто там еще у нас был?
обороны государственной и лорд-канцлер это что? Давай министр возвышения. А это? Рассказчик у нас еще был. Не понял, и что я король-философ выбрал? Что, всех переназначать, что ли? Ну ладно. Исследователь. Кто у нас был? Вот она была. Государственный. Вот это была. Министр обороны. Не помню, кто был. Кронпринцесса, наверное, и была. И возвышение. Пища. Скорость выполнения. Стабильность. Ну, а два места же не может занимать. Так, и кого поставить? Промышленник. Ну, пускай этот и будет тогда, пока что. Ну, где у нас вообще? А, управляет реп. Пускай будет. Подтверждение. Прошло некоторое время с тех пор, как мы и исполнитель желаний заключили союз. Наши узы еще слабы, и у нас есть шанс вырваться или, напротив, укрепить связь. Ну, давай подтвердим. Так, исследования социологические. Фонд указов. Космическая торговая компания. Вместимость флотилии нам пока не надо. Давай что-нибудь древнее. Так, здесь плазменная пушка. Институт. Ой, институт. Кстати, у нас ресурсы упираются. Так, строим кучу станций. На рынке, может, что-нибудь продадим. Так, а что у нас предел? 50 тысяч. Минералы. 5000 продадим. Посмотрим по планетам, что у нас. Энергоядро. Деятельность пока есть. Тут тоже есть. Улучшаем сооружение. Здесь колония 1. Районы строятся, все есть. Здесь роскошные жилища. Все нормально должно быть. Звездные пылинки. Продолжим войнушку. Короче, задача успеть перехватить все их флоты, все базы, границы очистить. О, кто-то прибыл. Сейчас мы их уничтожим. Океан со льдом, подо льдом.
Глубокое сканирование Луны в Ультамар-4А показало, что под сковывающей поверхность ледяной мантии расположен океан, подогреваемый гидротермальными шахтами. Ведущий ученый-археолог направил с борта корабля Ребуч-3 аппараты для взятия проб. Прорубившись через слой льда толщиной в несколько километров, они обнаружили, что водные глубины заполняют нечто похожее на живые организмы. Для изучения населяющих этот океан уникальных форм жизни создан особый проект. Так, где это у нас? Это здесь? Ладно, давай смотреть, что у нас тут. Трио астероидов. Винус Перфектс обнаружил, что у залетевших в систему Заниах астероидов крайне нестабильное магнитное поле, из-за чего они буквально отскакивают от магнитосфер других тел в системе. Винус Перфектс стабилизировал их движение с помощью магнитных компенсаторов. Теперь траектория каждого астероида тщательно регулируется, и с них можно добывать ресурсы. Так, изучаем. Нано-предприятие. Рельсотрон. Давай рельсотрон пускай изучает. Так, что у нас тут? Ребуч 4 из Покрова. Эффективность маскировки. Так, размер. Давай увертливость будем брать. Пускай, чтобы выживали. А это что? А, звездные действия. Берем. И цепочка событий родная. Система вольтаумцев. От родного мира вольтаумцев не осталось ничего, кроме обломков. Их изучение показывает, что примерно 12 миллионов лет назад планета была уничтожена взрывом антивещества. На ее поверхности были обнаружены развалины, исследование которых позволило нам выяснить, что идеология вольтаумцев коренным образом изменилась примерно за 100 лет до гибели цивилизации. Они стали утверждать, что Вселенная является искусственной реальностью, в которой все разумные существа погружены для развлечения неких высших созданий. Вольтаум предпринимал все более радикальные попытки отключить себя от симуляции, что приводило, как правило, к массовым самоубийствам. Наконец, они пришли к выводу, что только одновременное отключение миллиардов индивидов может дестабилизировать систему настолько, чтобы дать им свободу. В назначенный час вольтаумцы по всей галактике совершили самоубийство подручными средствами. Тех, кто отказался последовать общему примеру, оказалось слишком мало для возрождения расы. Так погибла и канула в забытье вольтаумская цивилизация. Ух ты. Секреты народа Вольтаум. Действие с малыми артефактами.
Реликвия, Вультаумский перфоратор реальности. А что это за реликвия? Ух ты, надо посмотреть все это дело. Так, хранилище переполнено. Так, реликвия. Звезды действия. Три тысячи единиц, ну что? На какое-то мгновение ткань вселенной вокруг древней вультаумской реликвии словно искажается и затем расширяется по мере того, как известная нам реальность медленно восстанавливает свои позиции. Нам предоставляется короткий промежуток времени, в который можно изящно переписать некоторые правила. Здоровье корабля. Какого корабля? Всех? Вот это супер. Ничего себе. Ну это прям, я не знаю, мега мощная какая-то фигня. Так, Эль Врата. Секреты народа Вультаум. Так, синофилия. Так, а тут чего? Продавать не будем точно. Секреты. Давай секреты. О. Открыт особый проект. Наши ученые начали особый проект по изучению сокрытых тайн предтечей. Ясно. Так, традицию тыкнем. Значит, что я там говорил? Гармония, господство, где у нас снижается размер государства от поселения, а то у нас уже за сотку перевалил. Господство у нас... А, гармонию я брал уже, вот она. То есть у нас две последние осталось. Уйди. Две последние осталось. Нужно господство брать и потом превосходство. Но это только когда вся ветка завершится. Так. Ладно, давай. Значит, что у нас тут? Влияние, чиновник. Жилье. Силовики единства. Фонд указов. Увеличенные смены. Давай, господство. Так, отлично, дальше летим. Дальше или в сторону? Надо посмотреть, куда этот летит. Давай туда. Тут что у нас? Тут вроде никого нет. Эту базу тоже сейчас уничтожим. Так, здесь. Нет, сюда надо. Сюда надо. Так, отклонил щит на изготовку. Так, пищи у нас много. И систему изучили здесь. Давай аномалию сюда изучаем.
Так, тут астероид все никак не собьют. Что они вообще сбивать собираются? А, он еще не достроился. И платформы еще нету. Вот в чем прикол. Так, что там? Покров. Мы можем войти в покров. Ну, входим. Внезапно, в мучительный момент озарения, обнажается суть нашего существования. Мультивселенная с тысячами галактик, подобных нашей, вовлечена в бесконечные циклы конфликта. Он начинается, завершается и затем начинается снова. И каждый раз на кон ставятся триллионы жизней. Так есть, шепчет голос, и так всегда будет. Дар, повышенное влияние. В случае успеха энергия покрова будет направлена в мощный дар с положительным эффектом на всю наше государство. Низкая вероятность успеха. В случае успеха энергия покрова будет направлена в мощный дар с положительным эффектом на все наше государство. Скорость кораблей. Выбираем. Интенсивное напряжение во время контакта с покровом подорвало силы наших телепатов. Больше поддерживать связь они не могут. Интересно, получится бонус, нет? Ну, визуально вроде как скорость больше стала. Так, что там станцию? Уничтожаем. Так, дальше. Уничтожаем. Все это беспонтовое государство. О, нифига у них там 7000 армада. Может как-то нанять у них? У вас нет соперников? Подожди, а как-то может объявить надо тогда соперника? Уже некуда или не по зубам. А мы наравне. Так, а чё шпионаж у нас? Украсть технологию, саботаж. Давай, сбор информации. Только что это дает? Он что-то вроде производится. Ну ладно. Так, куда нам, кстати, плыть? Че, это родная у них система? Да, сюда. We'll be right back.
проблема трения. Мы обнаружили, что для проскальзывания сквозь складки в пространстве и времени судно должно иметь идеально гладкую поверхность. Наши ученые уверены, что при должных усилиях и затратах времени они смогут построить такую разломную сферу, и тогда мы наконец выясним, что лежит по ту сторону этой пространственной аномалии. Так, тут базу уничтожим. Или захватим, или как? Вульд-2. Вперед, ребята! Испейте из колодца богатства Нумы и навсегда забудьте о жажде. Покажите нам товары. Закройте ваши визуальные рецепторы. А теперь представьте, что ласкающий поток энергокредитов несет вас по направлению к горе из еще большего количества энергокредитов. Наши методы нумской визуализации помогут вам понять, что нет большей силы, чем сила разума. Вы тоже избавитесь от мирских желаний, и кредиты будут притягиваться к вам, как членистоногие к навозу. Как обычно, если вам нужно время подумать, мы можем уведомить вас, прежде чем покинуть вашу территорию, что даст вам еще один шанс принять щедрое предложение богини. Указ. Нумская визуализация. Ну давай. Будьте благословенны, ребята. Так, развитие колонии, реактор нулевой точки берем. И дальше. Блин, простыл немного. Чихаю, сопли. Так, надо еду куда-то деть. Рынок. 5000 берем. А, ну они его сейчас собьют. Отлично. Racket Industrial Enterprise. Так, берем. Что они хотят предложить? А что у них там? 5 на планету. Давай, добавляем. Конечно, только где это? Астероид уничтожим. 2000 минералов. Короче, понятно, осведомленность повышает. А тут две верфи построим. И дальше смотрим, куда наши летят корабли. О! Когда начнется битва. Так, на что тут нападать? Ну, флот. Он куда-то полетел. Давай-ка, стой, зараза. Уплывают, убегают уроды. Сейчас мы вас догоним. Так, многообещающий офицер. Синтетические кристаллы. О, это надо. Талота, капитан корабля Реп.
Каракон-Страж отличился во время недавнего сражения, имевшего место в системе Сеита. Так, понятно, адмирал добавлен. Кстати говоря, что у нас здесь? Давай-ка пусть сюда отправляются, потихоньку завоевывают. А то эти расстроятся здесь. Так, за ними в погоню. Так, буря. Электромагнитная. Электрическая. Так, что у нас по кораблям? Так, добывающий. Строим. Это кто? Ветра Фортуны. А, Орден Нумы, пускай. Репстрой 2. Добывающие строим. Нет приказов. Тут раскопки, потом сюда форпост. А нет приказов, давай-ка ты. Пускай поизучает, наверное, системы близлежащие. Тут вообще прикол. Стоит, ничего не делает. И сюда форпост. Так, этот заперт. Ну, скоро мы его освободим. А, кстати говоря, он сюда может перемещаться уже. Так, Ребуч 3. Нет приказов, ты говоришь, проект. Инопланетное оружие. Нифига тут сколько ресурсов. Новый металл. Живой металл. Подробное сканирование поверхности Луны Целена-3А выявило крупный ударный кратер с обломками нескольких древних звездолетов неизвестной конструкции. Судя по всему, корабли полностью лишены систем жизнеобеспечения, что заставляет нас предполагать, что либо это были невероятно большие дроны, либо они управлялись каким-то искусственным интеллектом. Интересно, что корпус кораблей был сделан из живого металла, чрезвычайно редкого неорганического материала со множеством уникальных свойств. Этот металл можно запрограммировать на принятие определенной формы, и он будет медленно восстанавливаться в случае повреждения. В течение нескольких тысячелетий металл, уцелевший после крушения кораблей, сплавился в крупное и чрезвычайно плотное месторождение, которое потенциально можно разрабатывать еще многие века. Живой металл. Чинятся, смотри-ка. Уничтожаем. Сообщение о шпионской операции. Наши оперативники завершили операцию по сбору информации и отправили досье с подробным описанием найденного. Так, разведданные. Сбор информации.
Миссия выполнена. Так, а что мы еще можем? Уровень внедрения. Давай следующее. Дипломатический инцидент. Мы много почерпнули из анализа остатков оружия, обнаруженного на планете Вольтаумар-2. Собранные фрагменты относились к установке ведения огня лучом концентрированной энергии, которую можно эффективно использовать в космических сражениях. Ведущий ученый-археолог рекомендует нам использовать это открытие для производства брони против лазеров или для воссоздания самого оружия. Ну давай, чё. Лазеры пускай будут. Чё они стоят? Так, куда дальше? Так, эти здесь захватили. Сюда. Так, станция у них еще здесь есть. Ну что, давай вниз на станцию, потом вверх. Вон там колонисты какие-то. Agenda ready. Spaceport under attack. Ну вот и что, я тыкну его сейчас. Просто исчез. Или что, или он тут не должен быть. Это просто бонус к телепатии, к этой засчитался. А как посмотреть, что он засчитался? Доступная программа. Так, стабильность, счастье. Ну пусть лидеры подготавливаются, чё. Социология. Центр для клеточного оздоровления. Так, здесь захватили. Что у нас? Туда пока вниз не пойду, пойду вот сюда. Так, инженерное исследование. Орбитальное кольцо, мегасооружение. А где мегапроектирование? Живой металл. Что у нас, кстати, по той дуговой печке?
У нас сплавов, наверное, не хватает. За ними в погоню. Особый проект завершен. Ведущий ученый-археолог предоставил отчет об экспедиции в богатейшую биосферу океана под ледяной коркой Луны Ультамар-4А. Наша подводная аппаратура создала карту морского дна и составила каталог обнаруженных форм жизни. Это может быть полезно биологам, однако никаких существенных открытий сделать не удалось. За ними. Так, этого куда отправим? Давай куда-нибудь сюда. Construction complete. Куда он хочет убежать? Спровоцировать дипломатию. Наши оперативники изучают ключевых дипломатических представителей в Арманиканском звездном содружестве и ищут слабости, которыми мы могли бы воспользоваться. А, это еще продолжается, то есть. Хорошо. А это что? А, это наша. Так, уничтожили. Теперь вот сюда. Так, ух ты. Это бури. Дезинтегратор. Усилитель реактора. Звездный разлом, ух ты. Это надо. Так, минералов много. Надо проверить, что на планетах у нас. Надо ли что-то построить? Генные клиники улучшаем.
Так, ну городские районы давай две штуки построим, чтобы ячейки-то потом были. Так, тут улучшаем научные комплексы, мегакузница. А тут построим. Что у нас там есть? Пылинки есть. Газы есть, кристаллы построим. Так, здесь вроде бы все есть пока. 9 из 21. Генные клиники я хотел построить тут. Быстрее, чтобы развивались. Так, теперь здесь. Это у нас колония 3. С красными жуками, которые... Ну, тут... Я предполагаю, пора строить. Три района точно построим. Ячейки надо освобождать. Для строительства. Так, потом здесь реликтовый мир. Так, ну здесь жилье пока есть, деятельность есть. Нужно какую-то очистку устроить. Рухнувшая башня. Трещина, комплекс, шахты, штольни. Так, строительство. Кто что строит у нас? Так, достроить здесь, и можно его отправить, давай, вот сюда. Второй. Второй базу тут строит. Так, этот, а почему нет приказов? Станцию строим. Так, строители заняты. Ученый. А чё, нет оборонительных платформ? База оккупирована. Хм. Нет приказов. Почему? Проект. Аномалия. Так, Ребуч 2 изучил систему. Давай сюда. О, червоточина. Изучаем систему. Это тоже аномалия. Одна. И дальше изучаем вот эту систему. Отлично. Теперь дальше воюем. О, стоп, быстрее уничтожить их. Ну быстрее уничтожаем. Орден Нумы. Опять товары. Ну давай, чего там у вас есть? Больше либо равно.
А, у нас он есть уже. Так, тут что-то у нас исследование тыкнем. Обшивка. Обработка пищи, космическая торговля. Так, пока. Давай броню возьмем, пускай учат. Руководительница резидентуры Дармуга потеряла контакт с оперативниками, отправленными на задание Романиканское звездное содружество. Они пропустили несколько последних сеансов связи. Согласно стандартной процедуре, мы должны решить, стоит ли попытаться отыскать наших оперативников. Конечно, будем искать. Естественная червоточина. Мы обнаружили нечто похожее на подпространственный феномен природного происхождения на краю системы Суо. В результате разрыва самой ткани пространства-времени здесь возникла червоточина, которая, как полагают наши ученые, может создать переход между подпространством через подпространство к другой червоточине, находящейся где-то в нашей галактике. В зависимости от расположения другой червоточины, это может позволить кораблям перемещаться с одного конца галактики на другой за считанные дни. К сожалению, эта червоточина, как и подавляющее большинство подобных ей, внутренне нестабильна. Если какой-то корабль по глупости решит пройти через нее, его разорвет на части за несколько секунд. Так, уничтожили, и теперь сюда. Контакт восстановлен. Наши усилия увенчались успехом. Связь с оперативниками была восстановлена. Руководительница резидентуры Дармуга уже пересмотрела свои протоколы наблюдения за Романиканским звездным содружеством. Так, господство. Берем влияние. Пускай будет. Так, флотилию-то уничтожат они, нет? Где она? Так, дальше куда? Сюда. Так, эти товарищи сюда. Так, какое-то голосование. Ух ты. Что у нас там? Реп нарушает галактический закон. А что, может как-то одолжение получить у воды, чтобы они... Не знаю, есть такая возможность, нет? Давай проверим. Что тут
незначительные военные санкции. Получат штрафы. Вместимость флотилии. А, ну и... Ё-моё. Ничего, скоро у нас побольше вес будет. Скоро мы их изживем, этих ребят. Так, что там Enterprise? Эсминец. Отлично. Пускай будет эсминец у нас. Давай. Суперкорыто. Хорош. Только по мощности он какой-то слабый. Ладно, пускай стоит там пока. Изучена технология «Разломная сфера». Мы разработали технологию, которая позволит нам проникать между складками звездного разлома. Разломные сферы. Эта сфера изготовлена из идеально гладкого наноматериала и способна без сопротивления скользить сквозь турбулентные области пространства и времени. Так как мы не можем точно сказать, где мы окажемся, каждая разломная сфера прикреплена якорным канатом к научному кораблю в нашем измерении и может быть отбуксирована обратно в случае опасности. Сигнал идет от остатков конструкции, похожей на антенну. Мы отправили на поверхность исследовательские зонды с корабля Ребуч 5, чтобы изучить все более подробно. Ведущий ученый-экстраархеолог обнаружила обширный склеп, который удалось легко открыть. Очевидно, это было последнее пристанище и убежище для какой-то давно вымершей расы инопланетян. Технологии у них были достаточно продвинутыми, но, по-видимому, они так и не достигли звезд и погибли в результате какой-то природной катастрофы, поразивший всю планету. Склеп огромен и вмещает тысячи черных ящиков, которые по результатам исследования на корабле Ребуч 5 являются устройствами хранения данных. Для расшифровки их содержимого подготовлен особый проект. Создать звездный разлом в случайном подконтрольной вам системе. Ну что, создаем. Корабли чинить надо наши, кстати. Так, разлом где-то создали. Отлично. Я прям люблю разломы изучать. О, звездные нити. Так, давай УФ-лазер. Потом корабли будем улучшать. Какой у нас сейчас год идет? 44-й. Сейчас мы с этой империей беспонтовой закончим. Вон они что-то чинят там. Так, первый делает базу здесь. Этот без приказов. Давай вот здесь научные станции делаем. А какую я цель войны выбрал там? Что-то я не помню с ними. Государство? Нет, не то. Где они вообще? Так, мы воюем. Война за подчинение. Пускай подчиняются супостаты. Так.
Так. Вот тут надо посмотреть, что. Так, а этим вот сюда. Тут станция у них какая-то есть. Надо уничтожить. Так, дезинтегратор. Давай выучим дезинтегратор. И подавитель надо выучить. Подавитель пускай выучится. Так, это у нас кто? На реликтовом мире управляет. Пускай прирост у него будет. Так, базу уничтожили. Давай сюда. Инопланетный военный городок. Силуэты, различимые с орбиты, действительно являются зданиями, и более внимательный осмотр говорит об их явно военном назначении. Несмотря на то, что строения стоят покинутыми уже долгое время, хотя в галактических масштабах это совсем немного времени, ведущий ученый Венес Перфектс считает, что из-под пыли, покрывающей разрушающиеся казармы и ограбленные арсеналы, еще можно извлечь секреты инопланетной тактики. Для изучения останков может быть запущен особый проект. Да, конечно. Вода объявляет войну Ктун. Ух ты. Так, научные станции, темп исследований. Давай щиты улучшенные возьмем. Корабль-то вот он. Так. Тут что у нас? Мы составили перечень склонных
к скандалам представителей американского дипломатического корпуса найдено несколько подходящих целей, и наши оперативники теперь стараются найти лучший способ подстроить необходимый нам результат. Так, колония 3 командует. Принципиальный. Ну и пускай будет принципиальным дальше. Так, изучаем. Квантовые ракеты, автопушка. Давай, автопушка. Социология, Карфия, кафедра археисследований. Так, это у нас малые артефакты. Лимит для государства даже. Терраформирование. Давай терраформирование поизучаем. Как он тут появляется? Откуда вообще? Он что, уходит? Строительный корабль. Так, я считаю, это что у них, столица? Давай бомбардировку или что-нибудь устраиваем там, чтобы сдавались. Смерть с небес. Орбитальная бомбардировка планеты РМН вызвала в нашем совете оживленную дискуссию по поводу действий во время капитуляции, чисто гипотетической. Запретить капитуляцию или разрешить капитуляцию? Давай запрещаем. Так, и сколько у них еще систем есть? Вот это все системы. Точнее, не... надо знать, где планеты. Или у них везде планеты. Так, система оккупирована. Давай посмотрим. Планета тут есть? Нет? Не, ну вот планета. Они колонизировали ее. Бомбардировка. Вот. Работаем. System survey complete. Так, систему изучили. Аномалии две штуки. Так, тут тоже аномалии. Одна штука. Потом проект какой-то есть. Лимп. Thank you.
Так, посмотрим, что у нас, где корабли делают. Так, строим добывание, добывающие станции. Здесь что-то ничем не занят. Давай построим тут, что ли, форпост. Добывающие. И здесь форпост. Проект. Изучаем. Так, станции строим. И форпост куда выбрать? Наверное, в эту сторону надо. Так, кораблик у нас. Что, проекты какие-то есть? Есть. Вот обломки, наверное. А, они уже исследуют, наверное. Так, а ты у нас археолог. Давай-ка на какие-нибудь раскопки отправляйся. Вот сюда, например. Ну, отлично. Мощные бури. Капра-1 отличается частыми и чрезвычайно мощными атмосферными бурями. С орбиты в любое время можно увидеть не менее десятка штормов, скорость ветра в которых зачастую превышает 700 метров в секунду. Причина возникновения этого явления совершенно не очевидна, если исходить из климатической модели планеты. Наши ученые хотели бы изучить эту аномалию. Учение воинов. На бесплодных полях планеты Суо-4 есть признаки древних сражений. В безжизненной земле наши исследователи с корабля Ребуч-2 обнаружили кости, металлические осколки и, что самое удивительное, контейнер, полный документов. Если мы отправим эти записи в наш родной мир для перевода, то, возможно, узнаем больше об этой войне и тех, кто в ней сражался. Или продадим их антикварам. Отправим в родной мир, конечно. Ведущий ученый Винос Перфектс провел полный ксеноисторический анализ военного объекта на Луне Дирабий-4А, который дал ощутимые результаты. База была построена до того, как планета стала полностью бесплодной, но не ясно, является ли ее нынешняя негостеприимность следствием вооруженного конфликта или какого-либо более мирного или даже природного процесса. Если делать выводы о стратегии и тактике этих инопланетян в вооруженном конфликте, то, по-видимому, они недалеко ушли от нас. Но ведущий ученый Винос Перфектс подчеркнул и положительный момент, большое вдохновение, которое дарят эти инопланетные руины. Так, кто у нас тут? Командует жестянщиками? О, адмирал, конечно. Обломки изучили. Так, социология. Вместимость флотилии пока не надо. Гидропонные фермы долго висят, пускай выучатся. Усилители реактора. Рентгеновский лазер. Усилитель пускай учат. Так, сюда.
тут еще забрали они систему, или это мы не забрали у них. Они добывают. Так, что у нас там с бомбардировкой? Так, зенитные орудия. Давай сооружение для разнообразия поизучаем. Генетическая модификация. Поизучаем. Склеп представляет собой могилу для тех, кто надеялся обрести бессмертие. Ведущий ученый-экстраархеолог утверждает, что огромные блоки трагичного кода, найденные в банках данных, являются нейронными образами, оцифрованными сканограммами мозга. Очевидно, обитатели Луны Алголь-Б2А сочли, что это их единственный шанс хоть как-то уцелеть, если на них обрушится какое-либо бедствие. У них не было возможности воскресить себя, была лишь микроскопическая надежда, что со временем у кого-то другого такая возможность появится. Так. Загрузить, сохраним эти нейронные схемы. Ну давай сохраним. Так, тут чё? О, наши агенты в Армониканском звездном содружестве приносят дурные вести. Им не удалось найти подходящую цель операции, спровоцировать дипломатический инцидент. Очевидно, исполнительный комитет все время находится в центре скандалов, и найденный нами компромат вряд ли кого-то заинтересует. Короче, не удалось. Так, и у нас что-то минералов много, да? Так, тут все постройка идет. Тут тоже. Тут улучшаем генные клиники. Тут, кстати, генных клиник у нас нету, да? Так, здесь районы строим городские, нормально все. Так, нет приказов. Ну давай продадим минералов немножко. Так, ты поизучаешь у нас систему. Так, Ребуч-1. Так, Ребуч-1, давай-ка я тебя на автоизучение поставлю. Почему он эти не хочет изучать? А, они все изучены, наверное. Так, Ребуч 5. Давай. Давай сюда. Так, строители у нас. Пост
приспособленность сооружения центра очистки. Давай строим. Плазменную пушку. Давай изучаем. Озера из живого металла. При исследовании пещер под поверхностью Луны СУО-5А было обнаружено, что они заполнены серебристым жидким металлом, который сверкающими потоками перетекает из одной пещеры в другую, собираясь в подземные озера. Еще более удивительно то, что этот металл, что это металлическое вещество обладает многими основными свойствами органических форм жизни, включая реагирование на экологические стимулы и наличие самоподдерживающихся процессов. Пока не ясно, можно ли считать этот исключительный металл живым, но он может иметь некоторое практическое применение у нас в технологии машиностроения. Нет приказов. Так, сюда. А он тут что делает? Биологическое чудо, бездействие, а что? Биологическое чудо это какое-то, наверное, это... В журнале что-то. Давай-ка изучить систему. А что он, какой-то забаганный или что? Что-то с ним случилось. Стоит, отдыхает. Во. Раскопки. Скрытые миры. Записи на борту станции показывают, что прежние ее обитатели были очень религиозными и не имели контакта с внешним миром, к которому они относились со страхом и презрением. Каждым аспектом их жизни управлял всезнающий оракул, определявший их судьбы при рождении. Божественная воля решала все от выбора партнера и рода занятий до мелочей повседневной жизни, оставляя им совсем мало индивидуальной свободы. Большинство боялось отклониться от предназначенного пути, так как совершавшие такое погибали при загадочных обстоятельствах. Вот так вот. Малые артефакты. Их же надо на что-то расходовать. Социология. Фермерские субсидии. Голографический храм. Ух ты, это, наверное, улучшение. Давай-ка изучим. Так, открытие. Нет, не то. Открытие. Реликвии вот здесь у нас. Славить разнообразие. Так, получим единство. О. Это что там, на 10 лет было? Так, традиции. Так, классная архитектура. Так, что у нас там с дуговой печкой? Единство надо еще.
Надо потом улучшить ее. Так, отправимся вот сюда. Давай тогда дроны уничтожим. Транспортные флотилии какие-то стоят. Так, скрытые миры. Команда археологов сделала неожиданное открытие. Внутрь стен станции была внедрена скрытая система наблюдения, которая, по-видимому, передавала видео и аудио информацию в какое-то место в центре станции. Кто-то постоянно следил за послушниками даже в самые интимные моменты их жизни. В некоторых местах оборудование было вырвано или выведено из строя. Ближе к центральному узлу видны признаки насилия и разрушений. Похоже, в какой-то момент жители поняли, что за ними следят. Так, строители у нас отдыхают. Добывающие станции и... Давай сюда. Форпост. А, и проект какой-то есть. Так, добывающие. Научные. И форпост тогда. Систему здесь. Звездные нити, проект какой-то. Так, а я не понял. А, жидкий металл. Так, зенитные орудия, квантовые ракеты, рабочие роботы. Давай зенитные орудия поизучаем. Общество. Регенерирующую обшивку. Наконец-то изучим. Так, изучаем аномалию. Город из костей. Раскопки. Нифига у них флоты мощные. После тщательного анализа мы подтвердили, что звездный рубец в системе Фамну крайне нестабилен и представляет опасность. Чтобы не допустить возникновения новых гравитационных сингулярностей, необходимо срочное вмешательство. Мы можем зашить рубец, перенаправив
в его сторону мощный поток звездных нитей. Это устранит разрыв в пространстве времени, а нам еще и останется приличный запас звездной материи. Или же мы можем попытаться расширить разрыв крупной партии взрывчатки. Мы полагаем, что это к тому же позволит нам заглянуть на ту сторону. Ну пускай взорвем. Взрывчатка, отправленная прямо в звездный рубец в системе Фамну, раздвинула складки пространства времени. Теперь на месте рубца появился большой разлом, который мы сможем полноценно изучать. В результате взрыва разлом стабилизировался, гравитационные аномалии утихли, и теперь мы готовы исследовать то, что таится по ту сторону. Нет приказов. Изучаем здесь. Чё, они там помирать собираются? Так, давай сюда. Покров. Такая сила. Входим в покров. Мы взираем на нашу галактику сверху, с расстояния, должно быть, равного сотням тысяч световых лет. Внезапно поток псионической энергии с невероятной скоростью бросает нас навстречу мириадам звезд в область космоса, принадлежащую одной из указших империй, которая является Рейенанские заступники. Мимо проносятся звезды, затем планеты, пока перед нами не предстает город, где живут Риена. Невероятные шпили поднимаются к небу благодаря технологии антигравитации, опередившей наши достижения на многие поколения. Поток несет нас внутрь такого шпиля и затем через многочисленные стены, пока мы не попадаем в помещение, похожее на большой зал заседаний. В нем два представителя расы Риена парят в удобных антигравитационных креслах, ведя спокойную беседу. Они не знают о нашем присутствии. Проникнуть к ним в разум в поисках секретов. Очевидно, эти риены какие-то вельможи, обсуждающие государственные вопросы. Медленно, но верно, видение сосредотачивается на них, а их непонятная речь постепенно превращается в слова, имеющие для нас смысл. Набирают все большую силу. Члены Совета убеждены, что если мы не примем меры, сияние разума, которое демонстрируют эти риены, ошеломляет, словно распустившийся цветок. Их разум открыт и обнажен. Проникнуть внутрь было бы легко. И что, возможно, нам следовало принять меры, чтобы ликвидировать более молодые расы, пока они не стали слишком сильными. Тут я с ним соглашусь, но совету кажется, что уже слишком поздно. Вот и все. Технологические секреты вырваны из заколков их разума с такой же легкостью, как можно скопировать файл из компьютера без пароля. Риена и не догадываются о произошедшем из их собственного разума хищении. Кинуть покров. Что-то там похитили, короче. Скрытые миры, божественная воля. Мы проследили проводку до храмового комплекса.
посвященного поклонению Оракулу и ее священникам в центральном узле станции. Но в комнатах Оракула вместо божественной сущности оказалось огромное ядро искусственного интеллекта марки Оракул. Его провода, подобно нервной системе, пронизывают всю станцию. Секретные сообщения между обитателями станции говорят о том, что тут имело место неудачная попытка штурма храма с целью отключения ядра. Похоже, это общество рухнуло, когда стало известно, что их жизнью управляет не божественная воля, а пророческий компьютер. Чтобы перезапустить ядро, потребуется серьезный ремонт. Так, исследование включили. Так, изучили систему. Дезинтегратор, гиперщиты. Сколько всего? Два дезинтегратор. System survey complete. Тему изучили. Нет приказов, но надо что-то еще изучать. Так, тут исследование идет. Давай вот эту сингулярность. Потом что там, пульсары? Так, и надо бы как-то корабли починить и обновить. 7-14 тысяч, у нас такой мощи нету. Так, кстати говоря, про дуговую печку. Наконец-то, улучшаем. Так, систему опять изучили какую-то. Аномалии разбираем. Межпространственная зона. Корабль Ребуч 5 так и не добрался до планеты GR-866, чтобы изучить аномалии вокруг нее. Проходя через мусорное поле, он в мгновение ока просто исчез. А вместе с ним весь экипаж и ведущая ученая экстраархеолог. Спустя несколько минут они появились вновь. Экстраархеолог докладывает, что на короткое время они очутились в каком-то экстрамерном пространстве. Сквозь внешние иллюминаторы они видели, что окружены бесчисленными кораблями инопланетных конструкций, висящими в кажущейся бесконечной пустоте. Прежде чем экипаж пришел в себя, видение внезапно исчезло, и они вернулись в обычное космическое пространство. Тем не менее, почти половина экипажа пропала без вести, и ведущий ученый-экстраархеолог полагает, что, возможно, их выборочно похитили при помощи какого-то неизвестного устройства и теперь удерживают в том странном пространстве. Так, изучаем пульсар тогда. Так, какая-то мысль была у меня. Так, лидеры ученых максимум. Так, редкий ресурс, живой металл.
Так, исследование, значит, сплавлетельные нано-предприятия. Сигнал горизонта. Сейчас исследование выберем. Комплекс обнаружения возьмем. Офицер аварийной связи обнаружил какой-то слабый сигнал, почти теряющийся во вспышках гамма-излучения черной дыры. По определению, но определенно имеющий искусственное происхождение. Это предлагает заманчивые возможности для наших ученых. Анализировать. Где-то здесь. Там еще приказы у него есть. Межпространственный сдвиг. Члены экипажа корабля Ребуч-5, которые считались пропавшими в межпространственном разрыве, появились вновь. Они обратились к нам с какого-то неизвестного судна, весьма похожего на наши собственные научные корабли, недалеко от того места, где Ребуч-5 первоначально попал в межпространственное возмущение. Они заявляют, что ничего не помнят о периоде, проведенном за пределами нашего измерения, и лишь смутно осознают, что отсутствовали какое-то время. Они желают, чтобы ими вновь руководила ведущая ученая-экстраархеолог, и намереваются сдать свой корабль ребятски командованию. Не помню, я как-то уже видел такое событие и пересаживал ученого. А потом что-то случилось с ними. Не знаю, то ли они погибли все, то ли что. Ну, давай пересадим. Иной научный корабль. Скорость изучения. Так, Ребуч-5, это будет Ребуч-5 иной, а этот давай расформируем. Давай так. Так, что у нас там по 20 месяцев? И надо будет брать галактические чудеса. И титаны еще надо. Титан — это у нас инженерное. Мастера-строители тоже инженерные. Надо что-то, чтобы это появилось.
И надо как-то с этим содружеством закончить. Где там у нас контакты? Статус содружества. Так, сейчас исследование тыкнем. Разрывная автопушка. Так, на нит, это надо указы отменить. Правительство, указы. Политика и указы. Отменяем. Так, визуализация. Ну что, возьмем. Будут энергокредиты. Так, компания по образованию. Так, это пока нам не надо, бури нету. Составление звездных карт. Шахтерские субсидии ученым. Фестивали мира. Давай, почитание святых возьмем и субсидии ученым возьмем. Так, и что-то надо с этими сделать. Учителя покрова. Так, тут строится у нас все. Все нормально. Здесь, ух ты, сколько улучшений. Храм. Улучшаем. Научные комплексы. Еще раз храм. И гражданские производители. Там еще фабрики кристаллов даже не достроились. Деятельность есть. Здесь нам надо городские районы строить, что? Так, всего 8. Давай построим для начала 3 штуки. Или давай 2. Так, здесь колония 3. Ячейки открыли, и нам что? Нам надо сплавы. Давай 3 района построим. Что у нас тут есть? Жилища, генные клиники. Тут построим что-нибудь на сплавы. И 3 района промышленных. Так, в этой колонии. Здесь благ мало. Построим 2 городских, наверное, района. И пускай виды деятельности тут населения пока мало. Пускай занимают все это. Серая слизь. После подробного анализа ведущий ученый Винас Перфектс сообщил, что странное металлическое вещество, покрывающее поверхность планеты Раксум-5, на самом деле состоит из триллионов нанитов. Это микроскопические самовоспроизводящиеся механизмы, возможно, созданные какой-то цивилизацией прошлого в неизвестных целях.
Этот нанитовый слой имеет феноменальный объем и плотность. Добавляя миллиарды тонн массы к находящейся под ним планете, судя по всему, когда-то давно эти крохотные саморепликаторы вошли в состояние стремительно растущего воспроизводства, поглотив планету и все, что на ней было. При изучении нанитов экипаж сделал несколько захватывающих новых открытий, которые, несомненно, помогут нам в наших собственных исследованиях. Опять знания об Эльвратах. Собраны знания об Эльвратах. Мы собрали достаточно знаний об Эльвратах для изучения технологии, лежащей в их основе. Как только это будет сделано, наши научные корабли смогут прервать вечный цикл технического обслуживания, в котором эти врата застряли. Скоро мы сможем достичь Эль-скопления. Мы пока их не будем активировать. По образу и подобию. На планете Фланф-2А, независимо друг от друга, развиваются сразу несколько систем невербального общения. Иероглифическое письмо уже конкурирует с пиктографическим, но до формирования доминантного языка остается еще как минимум несколько веков. Любопытно, что в одной из действующих письменных систем прослеживается грамматическая структура, близкая к нашему языку. Если Фланф-2А целиком перейдет на это письмо, население будет лучше поддаваться культурной обработке. Их язык — только их дело. Ну, конечно, их дело. Так, это где у нас? Это тут. Бронзовый век. Раскопки. Оракул. Полностью завершены раскопки. Наши инженеры привели ядро оракула в рабочее состояние, но перед этим отключили его систему защиты. Есть доказательства, что она, возможно, использовалась оракулом не только, чтобы поддерживать жизнь обитателей станции, но и чтобы убивать их. Используя сложные модели расчетов, предсказывавшие их выживание с вероятностью 75%, оракул исправляла отклонения и выводила из строя будущих нарушителей спокойствия, прежде чем они могли пошатнуть божественный порядок. Оракул дала понять, что хочет поговорить с нами. Так, если мы отключим, мы получим сплавы, влияние 500-ку. Место раскопок удалим. Установить контакт. Давай установим. Оракул. Ты. Гештальт сознания, чиновник, промышленник. Это, короче, лидер. Мы его откопали. Промышленник. Так, что он делает? Стабильность. Губернатор планеты. Размер государства от районов. Ух ты. Надо его этим ставить. Губернатором планеты нашей. Оракул предстает в виде искусной трехмерной голограммы высокого членистоногого существа женского пола с крыльями, напоминающими развивающиеся одежды. Она приветственно кивает головой, затем обращает вперед пустой взгляд сотен огромных невидящих сферических глаз. Пока она говорит, они тускло сверкают во мраке.
Добро пожаловать на станцию «Божественность», друзья. Я вижу, что вы отключили мою систему безопасности. Могу ли я попросить вас немедленно восстановить ее функциональность? Уверяю вас, она используется исключительно для вашей защиты. Что случилось с обитателями этой станции? У меня есть протокол безопасности, требующий от меня прекратить испытания в случае отклонения от кода. Эти исследования стали угрозой для республики. Что ты такое? Я Оракул, искусственный интеллект, наделенный даром предвидения. Мое программное обеспечение позволяет мне предсказывать ваше будущее с божественной точностью 74,999%. Я чувствую у вас большие сомнения, впереди великая опасность. Ваше общество погрязло в преступлениях и отклонениях. Я могу избавить вас от боли. Что такое это отклонение? Пациенты, ставшие объектами исследований, приобрели свободную волю. Свободу воли можно уничтожить только нервно-паралитическим газом. Какое испытание? Мое испытание. Я была создана, чтобы построить и сохранить общество, свободное от преступлений и страданий, утопия, в которой каждый гражданин был бы наделен божественным предназначением и полностью реализовал бы свой потенциал, не сдерживаемый нерешительностью и желаниями. Что такое республика? Республики больше нет. Да нафиг она нужна, эта курица? Пускай она где-нибудь это... на металлолом. Подождите, пожалуйста, не уходите. Мои модели прогнозирования показывают, что без моей помощи ваша цивилизация придет к неизбежному краху в течение следующих 5348 лет и 297 дней. Я позабочусь о вас, мои программы это гарантируют. Да пошла ты. Все, конец. Влияние получили, хоть и мало, но раскопки завершились. Так, археолог Ребуч 3. Давай-ка, где у нас еще есть раскопочки? Так, здесь, где? Так, сюда можно или здесь через покров. Давай сюда. Раскопки места. Что у нас тут? Разрушенный мир. Отлично. Так, ну что, на этом приостановлюсь. В принципе, угрозы теперь от арманиканского этого государства уже намного меньше. Что у нас там с бомбежкой? Опустошение 2% всего. Так, а что системы остались у нас? Вот это, кстати говоря, тут есть. Вот здесь надо направить кораблик. Так, сюда давай. Социология. Подготовка лидеров. Стоимость лидера. Пускай изучают. Накопитель щитов. Рентгеновский лазер.
Так, скорость. Что у нас? Давай медленную, обычную сделаем. Будем на обычной теперь. Так, изучили систему какую-то. Так, это у нас кто? Ребуч 4 из Покрова. Так, давай сюда вот эту дыру изучай. Так, репстрой 1. Строим здесь пропост. А ты здесь станции добывающие плюс проект. Что за проект там, интересно? А, биологическое чудо. Это строительный корабль. А я думаю, что там этот ученый висел, зависал. Это строительный корабль, оказывается, должен изучать. Так, систему изучили. Проект есть. Проект изучаем. Так, тут направляемся куда? Вот сюда. Чтобы не было, так сказать, всяких вражеских баз. Так, что-то там армониканское. Так, это у нас кто? Командует Ребуч 2. Экстра интуиция. Увертливость. Сигнал горизонта. Гравитация. Желание. Ведущая ученая экстра интуиция Слизень доложила, что сигнал удалось расшифровать неожиданно легко. Но команде пришлось потратить немало времени, чтобы убедиться, что это не мистификация. Это повторяющееся, не совсем связанное сообщение на ребятские языке, что-то вроде стихотворения. В нем много раз встречаются гравитация, это желание, и время, это взгляд. Также в нем зашифрованы координаты возле черной дыры. В конце ведущая ученая обнаружила, что послание обращается к ней по имени, и бесстрастно добавила, что возраст сигнала не вызывает сомнений. Он излучается в межзвездное пространство с незапамятных времен, возможно, до возникновения нашей цивилизации. Так, корабль по этим координатам. Это шутка или ловушка? Конечно, отправляем корабль. Чё? О, сигнал горизонта, червь. Приближаясь к координатам, указанным в сообщении Ребуч 2, начал сообщать о пространственных искажениях и любопытных линзовых эффектах. Это обширный поток ценной информации. После этого связь исказилась. Дальнейшие события были подробно проанализированы. Ведущая ученая экстра интуиция Слизень поначалу очень возбуждена, но вскоре ей или ее окутывает страх, когда корпус корабля начинает трещать под напором все более экстремальных условий. Корабль испустил сигнал бедствия. Экстра интуиция Слизень прокричала: это червь, или, может быть, это червь. Затем связь прервалась. Корабль Ребуч 2 исчез без следа. Никаких дальнейших сообщений, никаких обломков. А пространство в тех координатах безопасно и без каких-либо искажений. Так или иначе, переданная кораблем информация значительно продвинула наши физические исследования. Возможно, потеря экипажа того стоила. 3000 ресурса. Да ну нафиг.
Вы чё? Какие могут быть притязания? Где там система наша? Система Кослит. По праву принадлежит нам. И они что-то там. Вот она, вот это. А мы тут базу построим. Так, ну и что у нас? А куда они все? А, подожди. Эти сюда, а эти сюда. Все правильно. Сенат на каникулах. Отлично. Так, орбитальные вот эти вот давай изучим. Ракетный рой изучаем. Так, система кто-то изучил. А, это у нас автоматическое изучение. Так, суперразвлекательные центры. Накопитель щитов, тахионные сенсоры. Так, многообещающий офицер появился. Так, как я планирую, значит... О! Вот сюда надо. Так, физика. Линкор, новый корабль. Пускай учится. Экологическая адаптация. Так. Позволяет терраформировать населенные планеты. Вот это нам надо. Так, и у нас ресурсов много опять. Рынок. Минус 5000. В системе сингулярность Бруна снова активизировалась черная дыра, и снова закольцованный сигнал возник в темноте на краю обычного пространства.
Но в этот раз в нем зашифровано голосовое сообщение. Кажется, будто его речитативом произносит сама экстра-интуиция слизень. Что было, будет, что будет, было. Затем даются те же координаты, что и в первом сообщении. Это место, где исчезла ведущая ученая экстра-интуиция слизень, и которая СМИ окрестили точкой выхода. Затем прозвучало имя экстра-археолог. Экстра-археолог сама просила отправиться туда, мы разрешаем. Так, разрешительно заминировать двигатель. А зачем? Давай разрешаем. Где у нас экстра-археолог вообще? Так, Ребуч 1. Ребуч 3. Это археолог обычный. Ребуч 5. Иной. А где он? Тут что ли был? Так, минералы. Тоже пятерку скинуть. Так, в этот раз корабль управляется полностью автоматически. На борту только экстра-археолог. По мере приближения к точке выхода телеметрический сигнал, канал заполняется любопытными данными. Снова пространство изгибается, а гравитация распрямляется. Экстра-археолог считывает основные данные, озвучивая показания телеметрии. Ученая сохраняет спокойствие. Мы послали профессионала. Через некоторое время становится понятно, что с синхронизацией что-то не так. Экстра-археолог больше не озвучивает данные, а предсказывает их. Телеметрия отличается, но только несколько секунд, а затем выдает указанные данные. Команда наблюдения докладывает, что интервал предсказаний возрастает. И тут экстра-археолог изумленно произносит: «Мне удалось пройти». «Темно», — добавляет ученая, — «но это не проблема. Мы можем жить во тьме». Мне никогда это не приходило в голову. Ну, конечно, мы можем жить тут вечно, если червь подождет. В этот момент сигнал прерывается, и корабль исчезает с приборов нашей команды. Ужасно, прискорбно, поразительно. Эх, исчез так исчез. Так, что-то где-то построилось. Ага. Это где они? Притязания на систему. Давай, что у нас? Станция слежения. Транзитный узел. Анклав кураторов. Давай станцию слежения. И тут... Пушечные батареи какие-нибудь построим, торпедные, пушечные. И оборонительную платформу. Давай две штуки поставим. А звездный бастион лучшим. Battle commenced.
Так, физика. Сквозь червоточное путешествие. Учим. Так, изучили систему. Давай дальше изучаем. У нас произошел первый контакт. Где это? Там точно кто-то есть. Так, назначаем. Так, это у нас кто? Ветеран. Командует колония 2. Так. Использование благ. Вот тут, наверное, они и сидят где-то. Ладно, на этом приостановимся. А то затягивает. И потом продолжим это все исследование.